Всем привет! Сегодня 6 марта и очень много снега на улице, поэтому я не знаю, как я буду снимать сегодняшний ролик. На улице очень много снега. В общем, ролик это будет посвящен одной очень красивой постройке нашего города. Поэтому не переключайтесь и приятного просмотра. И да, это очень опасный рушник. Ребят, благо своего здоровья я туда не стал лезть, потому что, ну, нереальный ветер. Реально, на самой верхушке просто очень жесткий ветер. И неизвестно, смог бы я, в принципе, вообще продержаться, поэтому... Туда нужно лезть только в теплую погоду, поэтому, если вы хотите этого, пишите в комментариях. Я обязательно это замечу и сниму в этом видос. Вот это, короче, вышка. В общем, начинается путешествие на эту вышку. Я так прикинул. Она, скорее всего, в высоту этажей может быть 4. Ну или 5. Фиг его знает. В общем, моя цель залезть на самый ее верх. Посмотрим, что из этого выйдет вообще. И я попытаюсь заснять весь вид своего города. Прикольно. В общем, я, ребята, погнал. Опоздали. Ну что?
Опа, да? Ребята, а походу ментовка есть. Менты. Так, что делать, а? А, Костя, он жив. У него ходил охранник. Ребята, это было вообще жестко, реально, тут такой ветер очень сильный. Я просто даже не представляю, как вообще дальше можно было лезть. Но когда-нибудь я туда залезу 100%. Подпишите мне, понравилось это видео, поставь лайк. И если вы хотите, ребят, чтобы я залез вот прям на самую верхушку, пишите в комментариях, в принципе, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, все как обычно. Всем пока. Всем удачи.